Детсадов Саурая, как и учащиеся школы, занимаются онлайн. Правда, в отличие от старших сверстников, младшие будут изучать шахматы. Для них записали уроки на камеры с помощью специальной программы. Ученик видит одновременно и презентацию, и учителя после ладьи, слона. Ребенок знакомится с ферзем, затем конем, пешкой и королем. При необходимости ролик можно пересматривать несколько раз, чтобы полностью освоить весь новый материал. К концу курса каждый ребенок освоит все основные правила шахматной игры. Курс рассчитан на 32 урока. Он полностью дублирует программу профессора Игоря Сухина, которая называется «Шахматы-школе». Эта программа рекомендована дорожной картой по развитию шахматного образования в ХМАО-Югре. И полностью все уроки просто переложены в онлайн-формат.